Зомби Теле Арч совместно с Некро Еле Телевидением, а также Ямато Свито Спейс Травелинг при спонсорстве Фила вам представляет комедийный фантастический сериал «Белочка Некромас» с оружием. В первой серии вы познакомитесь с Некромасом, которого ужасными отпотами превратили в Белочку. Вот. В главной роли сам Некромас. А мы поехали! Мы появляемся в каком-то странном бункере. Кстати, не удивляйтесь, потому что тут управление дикое какое-то. Короче, так. Ты. Чпонг. В общем, как видите, мы проводили опыты над Некромасом, да? И он превратился в вот такую белочку, да? И сейчас он хочет убежать отсюда, да? Ну, сами понимаете. Так, погодите, а чё мне? А, я забыл. Вот как у него, как у Некромаса это всё дело получится, я не знаю. Бэмс! Так, тебя надо включить. Нам что-то тут надо сделать с этими вот непонятными штуками. В общем, Некромаса превратили в суперагента Белочку. Опа. Опа. Так. Что мы там натворили, да? О, шит, я забыл прыгнуть. Уж секретный супер-жоруч. В секретном бункере. Ужас. Короче. Ладно, отпустите мою белочку. Сейчас. Сожрала, короче. Ай. У нас тут это. Начинаются ужасные вещи. А чё он такой маленький? Еле башка из-за двери видна. Вроде не маленький. Тут в дело вступает агент Смит. Какой-то непонятный тип, да? Ужас. Ти-динь! И тут произошла она. Та самая встреча. Белочка встретилась с пистолетом. И что из этого получилось? Посмотрите. Белочка сошла с ума. Ушит. Да ладно, давай. Ай, блин, я забыл. Блин, я его убил. Так, полный пистолет, да. Я его убил, не сделал кое-что. И не получил из него этих желудей. Ужас. Нам надо желуди собирать, короче. Не только вот эти большие.
Блин, как неудобно с джойстиком, с геймпадом, то есть. Целиваться. Унг. Любимый пистолет. Так. Чё мне это? Блин. Ты шо? А. Понял. Ну да, пока я добегу до него. Да блин. Нафиг. Эй, а где этот? Прицел. О, я помню, пока прицелился. Погодите, я попробую с этим играть. Без джойстика. Так что так это не то. Ну да пока ты там показываешь. И этот прицел тупой. А, она без пистолета выбросила. Ну ё-моё. Что за бред? А где пистолет? Ушит. Как это взять? Да блин, чего ты не бросал? Там же показано было. Бросать этим. Короче, если что, ребята, я просто учусь. Так, тебя взять. Нате вам. Нате. По ушам. О, шет, 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 шет. Да что ты? Погоди. Да блин, что такое? Никак не могу. Что тут происходит? Это ж не так сложно. Ну, очень неудобно с этим, короче. Этот прицел куда-то пропадает, она бросает зачем-то этот пистолет. А, вот. Да ё-моё, что за бред? Мне лучше я джойстиком буду. Что-то я не понимаю, короче, что они меня все время убивают. Ну давай ты со своими мультиками тупыми. Чего он не сдох? Алло. Да что ты опять бросаешь этот пистолет, боже? Блин, ну что это за это? Че она постоянно бросает этот пистолет? Это ужас. О, берет и бросает. А с пистолетом типа нельзя сделать что-то? Ну короче, все равно ржать не нужно. Только что из-за всяких вот этих фиговин
Я теряю вот эти. Там набрешали тут пистолета, блин. Так, пошли заряжаться. Все, я прыгаю. Что-то опять это... Я не понимаю, что она постоянно бросает этот пистолет. Что с тобой не так-то? Ай, это я назад вернулся, извините. Немножко перепутал. Что это за бред? Ай, на shift она бросает, вот как. Я-то думаю, я хочу типа быстрее бежать. Оказывается, нам на шип бросать. Все, побежали дальше. Теперь понятно, почему. То есть на шип она быстрее не бегает. Ау, шит. Убить. Да блин, что делать? Извиняюсь. Хотя, чего извиняюсь, не выиграем. Прикольно же, да? Ой, блин, я не так делаю. Ужас. Короче, когда мы падаем, да, то у нас это... У нас пропадают эти желуди. Вот сейчас они вроде не пропадают, потом начнут пропадать. Когда мы умираем. Вообще-то она, когда прыгаешь... Ай! Она должна вроде бы вот так делать. А я там что-то вытворял не то. Ладно, пофиг, этих отставим. Вот. Так, сейчас нам сюда. Так, это как сейчас? А, ку. И что мне сейчас делать? Алло, ты. Вот это вот тоже бесит. Ну хорошо, ну и что дальше? Как дальше идти? Что-то непонятное, блин. Короче, объяснений никаких нет. Что не прыгаешь-то? Вообще, балдеж какой-то. Взяла, не прыгнула. Вообще. Я жал, чтобы прыгнула, а она не прыгнула. И опять все по новой. Ну хоть уже людей не берем. Так не надо делать. Вот тут все собрали. Тут открыли. У нас 90 желудей, да? Опять сожрала. Ну, поехали назад, алло. А типа не поедешь назад, да? Ладно, как скажешь.
Я ушел, но она приехала назад. Прикольно. Прикольно. Чуть не упал. Видели, ее отбрасывает. Типа этим отдачи. Так, shift. Оу, oh, shit. Блин, опять упал. Ну ё-моё, не досмотрел. Виноват. Опять по-новому. А, сейчас уже отнимается, видите, уже 88 стало. Ну, одну желудяку ставим. Главное тут все собрать. Так. Желудой тут больше не будет. Не могу. Это игрушка, да? Вот. Ой. Ну, очень, короче, как это сделано, что мне составляет сложность, что она очень шустрая. То есть она слишком быстро все двигается. И тебе, ну, непривычно. И довольно-таки это самое. Так, shift. Ну, спасибо, взяла, выбросила. Блин, ну ё-моё. Извиняюсь. Вот слишком шустро. Ты в одну сторону вроде хочешь повернуть. А она там улетает, хрен знает куда. Ну блин, на этот раз две. Потерял. Вот, тут вообще нормально. Все, вот так и будем мучиться. Не могу. Говорю. Так, погодите минутку. Еще что же забыл сделать? Сейчас минутку подождите. Надеюсь, он там не будет слишком шуметь. Просто невозможно, ребята, вот сегодня даже внимание было, потому что, ну, во-первых, у меня дела очень много было, я поздно приехал домой, во-вторых, это сам кушать, ну, одну, как всегда, оставляем, во-вторых, как всегда, жара, просто невозможно сидеть возле компа, просто пипец какой-то убой. Okay.
Так. Тут вот нужен еще. О, тут этот. Да блин. Ой. Ну что, опять по новой? Да, опять по новой. Ну, у нас почти 200 этих. А, не, мы сейчас с этого места будем. Ага, shift, сейчас, ребят. Ну, прикольно же. Там еще одна золотая эта есть. Так, сейчас надо думать. Прыгаем на эту. Почему она не прыгает на след? Блин, она прыгает, кто не знает куда. Что за бред? Погодите, если отсюда туда, не туда, на эту вот вторую попробовать, может прыгнуть. Давайте попробуем. Там же золотая есть выше. Так, давайте на эту. О, на эту прыгнула. Она, короче, ударяется в эту фигню. И падает вниз. Что-то мне непонятно, короче. Правильно, я не подгоню. Не, почти сделал. Я попал, короче, и опять прыгнул. Ну, блин. Давайте еще раз соберем. Потому что мы там потеряли много. Ты что, крутишься? Она крутится вниз, идет и крутится. Странно, она делает движения какие-то. Так, сюда. Опять не прыгнула. Ну что за бред? Я же нажимал. Что тебе то прыгает, то не прыгает. Короче. Достала ты меня. Ну-ка. Ну вот она лезет вниз и крутится. Как это? Я ж не нажимаю, чтобы она крутилась. О, это. Я просто вниз жму. Она сама крутится. Видите? Какого хрена ты крутишься-то? Что это за бардак такой? Ой, боже. Вверх лезет то же самое. Да иди ты. Не, ну это уже... Дело было вечером, делать было нечего. Да? Так, значит, сюда прыгаем. Так. Опачки. Я это сделал. А может надо типа куда это? Я лучше залежу.
Погодите, а как тогда здесь? Что же это за бред тогда получается? Там пистолета-то нет. Ничего не понял. Погодите, это что-то интересное. Так. Ты понимаешь, что я себя сейчас заколебу? Ой, что это было сейчас? Это я нажал. А, это на Е. Какое-то супер зрение, типа. А, видите, время, типа, замедляется. Что-то я там нечаянно нажал. Погодите, так она, типа, ты по бокам крутишь, она, короче, почему-то не лезет прямо. Погодите. А геймпадом что тот? Странно, короче. Как-то странно. Как по мне. Ну блин, ну, опять она. Бред какой-то. Сейчас посмотрим. Так. Эй, не стреляй. Так, это. Подожди, Дюсь. А, это про меня. О, сейчас не крутится. Это то так, то так. Хрен поймешь, короче. Да ё-моё, опять нечаянно прыгну. Я спрошу все эти свои жёлуни. Ну, короче, весёлый. Ой, я опять забыл, что не стрелять. Ладно, эти потом соберем. Давайте сейчас сюда. Ну, блин, что я... Это я виноват опять. Я все забываю, жму еще раз. Я уже не надо. О, молодец. Ну, сейчас еще прошу тут. И свои желуди. А было больше 100. Блин, еще не на ту прыгну. Ненавижу паркур. Ну блин, куда ты? Не, я тоже начинаю выводить из себя. Я так и, наверное, лучше с мышкой. А как туда запрыгнуть? Понятно. И она ж туда не допрыгнет. Без этого. Без этого, без пистолета. А пистолета тут нет. Что-то непонятное, короче. О, я допрыгнул. Как-то. Видите, насколько это? А. Правильно, пистолета у меня нет. Есть.
Давайте тогда еще эти соберем. Да куда ты опять там? Опять она крутится. Так, берем пистолетуш. Сейчас мы тут попрыгаем. Я хочу все собрать. Ну, правильно, и у нас не хватит. На УЗИ не хватит. Ладно. Да ладно тебе. Да блин! Ой. Ну да, немножко неудобно как-то. Местами. Так, ну у нас нет этих. Ой, сейчас еще упаду, еще пропадет. Ну короче, зашибись. Ой, что я творю, блин, я забыл. Не на то нажимаю. В общем, ребята, извиняйте. Погодите. Так, лот чекпоинт. Лот ласт сейв. А как тут это? А как тут лодить-то? Давайте посмотрим, что будет. Last save. Ну рискнем, надеюсь. А это самое начало. Load checkpoint. Reset. Фиг с ним, обойдемся. Ладно, пробуем к этим идти. Они очень быстро прибегают. А, блин, забыл же. Ну чё, как понять, как кого хрен не включается этот ваш супер этот? Где пистолет опять? Чё ты? Короче, у меня пистолета нет. И что надо делать, блин? Что там происходит, блин? Погодите. Что тут происходит, блин? И что мне делать сейчас? Я танцую тут. Что тут творится? Короче, иди ты в задницу.
Ладно, ну мне придется опять убиться. Я, наверное, потом перепройду. Ну, это бред. Бросает этот пистолет постоянно. Ну блин, почему этот типа не включается, этот фокус какой-то там, что за бред? Ай, видите, нету я в букву, что это за бред, почему так, этого я не пойму. Да идите вы. Встаньте вы от меня, блин. Не, ну это немножко тупо сделано, как по мне. Извините. Но прикольная игра. Ну, короче, у нас нет этих. Все. И почему у меня этот фокус нету? Почему он не появляется? Ой, блин, я опять забыл. Знаете? Ох ты гаденыш такой, ты мою белочку. Да я тебя сейчас, а где пистолет? Где пистолет хоть один? Ну блин, ну что это за это? Так. Вот тут как тут делать? О, появился. Когда не надо. Что это за вот этот вот? Видите, там какой-то прицел типа есть. Вау! Прикольно. Поняли? Это произошло тут. Короче, понял, в него залазишь и отбираешь у него пистолет. Видели? Прикольно. Так, патроны все. А, нам сейчас опять надо выбросить, типа. В чем загвоздка, мы дальше не пройдем, потому что тут нужен УЗИ, без него тут не пройдешь. Но мы получили вот такую фиговину. Нам надо 100 желудей собрать. А, им еще эту не взяли, кстати.
И опять пистолета нет. Что за бред? Че он все время падает куда? А там он есть. Нет, нету. Ну, в общем, короче. Да, тут можно по этой херотборне залезть, но... Но это нам не поможет, короче. Может, там что-то есть? Ну... А, и можно таким путем переходить. Блин. Типа, что написали? Достижение получили, короче. Вот, тут не один путь есть, оказывается. Прикольно. Так, а куда это я лезу? А. Бш. Короче. Есть другой способ, типа, если бы я не пропукал эти все желуди, да, то тогда можно это, с УЗИ вот тут по этим вот прыгать. Он на УЗИ, короче, это. Он на УЗИ, это самое... То есть стреляет с УЗИ. Короче, и там летает. Да... Да какого хрена он перепрыгивает? О, еще лучше. Ну да, у меня тут серия получится, но ребята, вы все там, я понимаю, идеально играете, а мне весело. Это ржачка такая. Ну блин, опять. Говорю, слишком быстро на это все поворачивается, там всякое такое. Ну, короче, пройти так можно, как, насколько я понимаю. Вон там перепрыгивает эти черные. А, вот. О, опять не перепрыгнул, смотрите. Ага, то есть, вот если бы мы там прыгали, там есть золотой этот желудь. Там. А так как мы без этого, мы, к сожалению, не это. Мы его не получим. Но мы 3 собрали. Мы убежали пока что. У нас лодинг. Вау. Вот и мы. Бш. Вылезло. Уф. Что он тут делает? Машинка какая-то. На машинке будем кататься. Блин, я люблю такие машинки. 400 желудей. 12 золотых. О, уже увидел. Так, save game back. Save game. А как тут? Ага.
Ешь. Ага, вон, типа написала. Ну, этим мы займемся уже в другой серии. Погодите, а как тут червить? Я не понял. Don't forget to save your game. Как сейвить? Я не понимаю. Ну? Чё он не прыгает на эту? Ой, с этими, короче. Ну, блин. Так, don't forget. Ведь хватайся ты за этот... А. Ладно, ребята, давайте. Не буду я вас мучить. Don't forget save. На какую кнопку сейвится? Ладно, это потом. Вот, значит, всем вам удачки, всем вам здоровья. Поиграли вот такую веселую игрушечку. С вами был Некромас. И игра, короче, не буду на английском говорить. Приключения бешеной белки с ружьем. На этом прощаюсь. Встретимся с вами в других стримах, в других видосиках. Это самое... Ну, а все ссылочки в описании. На этом прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.